Сегодня в Чебоксарах в Театре оперы и балета открылся федеральный Сабантуй. Этот народный праздник отмечается в стране 18-й раз. Прошлым летом гостей принимала Астрахань. В этом году честь стать официальной площадкой гуляний выпала Чебоксарам. В столицу Чувашии приехали гости из 40 регионов страны. Организаторы обещают, все самое вкусное и интересное можно будет увидеть, услышать и попробовать завтра на Красной площади. Все, кто хочет угоститься чак-чаком, кто хочет поучаствовать в каких-то интересных народных играх, познакомиться с культурой татар, добро пожаловать на Сабантуй. И уже с самого утра, вот с 11 утра до 16 часов вечера на Красной площади будет проходить мероприятие, посвященное этому национальному празднику.